Июль месяц 19-го года. 21-е число. Прозрачнейший бассейн. Наичистейшая вода. Русалка крашеная. Ну так русалки не всегда бывают такие. А как плывет, как плывет. В нашем огороде не надо, не нужна никакая Турция. Не, ну разве что Греция. Ну в Грецию мы бы поехали, конечно. Да. Нам Греция. Гаспачо. Попробовать. Ой, гаспачо. Спа-салон. Ой, чудо. Ты только не спи. И вот там по три круга. Да. Два раза в день. Каждый. Как минимум. Каждый. Я плаваю. Вот она. Вот она. Гребет. Гребет. Он вроде мелкий, но плавать нормально. А надписи на бассейне и по-турецки, и по-гречески. Поэтому прям как. Вот два круга. Во. И сейчас третий. А цветы какие, каны. А заодно показываем. Сегодня, кстати, ровно месяц, как мы наполнили бассейн чистой водой и влили канистру перекиси водорода. В четыре приема. Один раз влили мы с тобой 7 литров. 8 и потом... литров первый раз. И 8 килограммов. Да, килограмм. И три раза по литру добавляли раз в неделю. Да, и водичка вот такая. И практически вообще никакого ухода. Ну, два раза мы пропылесосили немножко. Литров 300 при этом стекло у нас из бассейна. Так что, ребята, рекомендую переходить на перекись. Есть же дешевая перекись, вот 37%, 680 рублей у нас на оптово-строительном рынке можно купить. Да, 10 что, килограмм. Ну, не знаю, надо бы сейчас вливать еще бы. 10 8. Литров. 11,4 килограмма, по-моему. Ну вот мы думаем, вливать или не вливать. Пока не вливаем, посмотрим. Да? Да, ну, да, да, да. Стремная. Нырнешь? Нет. Нет, нырять не будешь. Нырни. Не пойму, то ли Греция, то ли Испания. Ну что-то помидорный край какой-то такой. Помидорный. Наверное, Волгоград. Ох, свежих помидорчиков сорвал. Огурчиков. Сейчас горбушечка, хлебушка. Дерябну. И в кино. И в кино. На Аладдина. На Аладдина. На серединам. Ай, красота. Приходите в гости. Лепота. Лепота. Ляпота. Ну, можно и ля. Кстати, драцены растут тут. Вот. Прям пруд из земли. Всем пока-пока. Ну, пока-пока. До встречи. Приходите к нам в эфир.